К новостям регионов. В Биробиджанской епархии освящен новый храм в честь святой равноапостольной Марии Магдалины в селе имени Тельмана. Свидетелями исторического события стали коллеги. Архиепископ Биробиджанский Кульдурский Ефрем совершил чин великого освящения храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Покровском благочинии и божественную литургию в новоосвященном храме. Религиозная организация «Приход равноапостольной Марии Магдалины» была зарегистрирована в апреле 2016 года. Освящение фундамента под строительство храма совершено год спустя, а в апреле 2018 года архиепископом Ефремом освящены и водружены над храмом купол-крест. Совершено освящение колоколов. На строительстве храма трудился настоятель иерей Вадим Савин. С командой единомышленников средства для его возведения собирали всем миром. Храм начал строиться на месте бывшей администрации поселка, которая сгорела. Значит, все это сгорело, и епархия предоставила место. За литургией архиепископ Ефрем вручил иерею Вадиму Савину церковную награду – палицу, которой он удостоен по благословению святейшего патриарха всея Руси Кирилла во внимание к усердным трудам на благо святой церкви. По окончании литургии и крестного хода владыка осветил вышитый в подмосковных мастерских иконостас для мобильного походного храма палатки святых царственных страстотерпцев, сооружаемого в поселке Преамурском. За литургией молились паломники из Хабаровска, группа военнослужащих из Волочаевки. Военнослужащий-контрактник Василий Яранцев считает, что у солдат, посещающих храм, и служба идет по-другому, с большим успехом. Командир дал добро. Наше командование это все в такие мероприятия поощряет, то есть не препятствует. Прихожане несказанно рады рождению нового храма, который отныне станет для них особым местом духовного очищения.